Приветствую вас и отказывает той девушке, которой мы хотели изначально добиться. Следует только в том случае, если к той девочке, с которой вы сейчас, у вас уже ничего нет. То есть я имею в виду нет чувств. Потому что если чувств нет, то рано или поздно вы влюбитесь в кого-то еще. И с ней вы будете несчастливы, той, с которой мы сейчас. А она также будет несчастлива, потому что будет чувствовать, что вы не принадлежите ей полностью. То есть, понятно, да? А если у вас к вашей настоящей девушке есть чувства, то отказать той, которую вы хотели раньше добиться, безусловно, нужно, потому что, ну, если есть чувство, то все как бы понятно. А вот если чувств нет, то нужно вашей настоящей девушке сказать прямо, что прости, вот так получилось, что я к тебе ничего не чувствую, и расстаться с ней. Это будет болезненно для нее, это будет тяжело, но по крайней мере это будет честно, и она быстрее сможет начать жить дальше, она быстрее сможет начать искать себе другого мужчину, который полюбит ее действительно и который сможет сделать ее, собственно говоря, счастливой. Вот примерно так вам нужно поступить. На этом все. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.